Их мета – допомогши іншим. Сегодня в Гомеле прошло посяжение областного совета волонтеров Белорусского товариства «Червоного крыжа». У им приняли удел каля 20 человек из областного центра – Добрушского, Калинковицкого и Рогачевского районов. Это лидеры районных волонтерских советов и групп. Подчас посяжения они обмерковали проведение первого гомельского форума старшинев районных волонтерских советов «Червоного крыжа» и створение электронной базы даденных волонтеров. А кроме того, удельники встречи разглядели проект по створению ресурсного центра для адаптации детей, которые находятся в социально небеспечном становище. Посяжение областного волонтерского совета «Червоного крыжа» проходит у неформальной обстановке, которая позволяет открыто обмерковывать проблемные питания волонтерского руху у регионе и пропоновать инициативы. Это очень полезно, потому что, ну, как бы... Мы варимся в собственном соку, мы многого еще не знаем, а сюда приезжаешь, много узнаешь. Работа с людьми – это работа, в принципе, для души. Ты знаешь, что ты помогаешь человеку, а человек даже словом, взглядом благодарен тебе. И это наполняет тебя радостью просто. Ты выносишь, приносишь человеку радость и выносишь от этого радость. Приехали представители из разных районов Гомельской области. Это важно в первую очередь для того, чтобы обмениваться опытом друг с другом, потому что каждый из районов по-своему задействован в каком-то направлении. И очень интересно, когда люди делятся опытом, с какими проблемами сталкиваются, чтобы и мы могли, допустим, работая в этом направлении, преодолевать их, развивать. Становиться лучше, помогать друг другу. Зараз у радах волонтеров Гомельской областной организации «Червоного крыжа» больше за 2,5 тысячи человек. Это люди разных профессий и узростов, которые складают амаль 130 волонтерских групп.